Хотите зарабатывать больше? Намного больше? Тогда измените привычку покупать на привычку покупать с умом, а привычку рекомендовать на привычку рекомендовать с умом. Непонятно? Сейчас поясню. Давайте представим идеальный магазин. Ну, например, косметики. Там скидка на всю продукцию 20%. Вам бы это понравилось? А если будете покупать часто, то отдаем товар с полцены. И еще дарим подарки. Полцены, думаете вы? Что-то тут не так. Слишком все хорошо. Но все-таки решаете купить. Купили, все испробовали, понравилось. Все качественно, вам все понравилось, и вы уже собрались прыгать от радости, что сэкономили 50%. И тут вам звонит директор идеального магазина и говорит: «А у тебя есть подружка, которая моет голову и красит губы?» «Конечно, есть», — говорите вы. А директор вам говорит: «Расскажи подругам о нашем идеальном магазине. Пусть они покупают у нас с большими скидками, а мы за это заплатим тебе 22% от суммы всех их покупок». Вау, 22% от суммы покупок всех моих подруг в мой кошелек, говорите вы. Да у меня не одна подруга, у меня 101. И все моют голову, и губы красят, и кремом пользуются. А еще они очень любят все экономить. Итак, ваши подруги покупают со скидкой от 20 до 50%, а вы получаете 22% от суммы покупок всех ваших подруг. Тут вы начинаете понимать, что есть возможность хорошо заработать. Вы уже мечтаете о новой шубе, сапогах, бриллиантовом колье и поездке за границу. Но вдруг одна мысль рушит все ваши планы. Вы понимаете, что такого идеального магазина не существует. Никто сразу не предлагает скидку от 20 до 50% на весь товар. Никто не заплатит вам, если вы пригласите своих подруг в этот магазин. Никто. Точно никто. Кроме Oriflame. Забудьте все, что вы раньше знали о заработке с Oriflame. Мы не будем учить вас продавать косметику. Мы научим вас, как создать свою группу покупателей косметики Oriflame, которые будут сами на сайте oriflame.ru делать там покупки. А вы будете получать 22% от суммы их заказов на свой расчетный счет в банке. Ваша группа может быть большой, очень большой, а значит, нет ограничения в доходах. Чем больше будете приглашать, тем больше будете зарабатывать. А мы будем вам помогать и научим вас, как развивать свой бизнес Oriflame с помощью интернета. Всего 3-4 часа в день. В удобное для вас время использовать социальные сети. Хотите знать, кто мы такие?